В эфире информационная программа «Твои новости». Здравствуйте, в студии Дарья Топчиева. Сегодня вы увидите. Первое лицо Кубани в Новокубанском районе. Вениамин Кондратьев обозначил основные плюсы и минусы в жизни муниципалитета. С подробностями Роман Габарец. Необычные пешеходные переходы стали появляться на дорогах Армавира. Преимущество бело-желтой разметки узнавала Ирина Чупина. Скоро в школу армавирцы готовятся к новому учебному году. С подробностями Олеся Иншакова. В Рио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев посетил Новокубанский район. В ходе рабочего визита руководитель Краснодарского края осмотрел некоторые предприятия муниципального образования и провел встречу с активом района. Подробности далее. Вениамин Кондратьев совершил небольшой объезд по Новокубанскому району. По приезду он посетил находящийся здесь один из лучших в стране конный завод. А отметив заслуги предприятия, заявил, что коневодство на Кубани необходимо развивать. В рамках поездки Вениамин Иванович побывал в кооперативе асфальтового производства и в осетровом хозяйстве. Контрастом после этих положительных впечатлений от проверенных объектов стал осмотр районной больницы, в частности детского отделения. Руководитель Краснодарского края сказал, что состояние медучреждения не то чтобы не радует, но и вызывает сочувствие к жителям, которым здесь приходится поправлять здоровье. Тема качества медицины продолжила звучать и на совещании с активом населения района в культурно-досуговом центре. Вениамин Кондратьев изложил собравшимся полученное впечатление о муниципальном образовании, а затем выслушал новокубанцев и ответил на заданные ему вопросы. Вы есть государство. Каждый из вас государство. И картина, если она не один, два, три мазка, она никогда не будет картиной. Картина складывается из множества мазков, тогда мы видим реальный шедевр. Так и здесь. Каждый из вас обладает правом голоса, правом заявить о том и сделать свою жизнь. И поверьте, если вы будете активны, власть вынуждена будет вами считаться. Исполняющий обязанности главы Новокубанского района Александр Гамодин в своем выступлении открыто обозначил имеющиеся в районе проблемы. В первую очередь это безработица, дороги, медицинское обслуживание. Несмотря на все сложности, руководитель муниципального образования уверен в том, что поставленные перед местной властью задачи будут достигнуты. У нас история, у нас корни, у нас традиции. У нас плеяда руководителей сильных, мощных, грамотных. У нас прекрасные труженики, отличные, трудолюбивые люди. Они вот сидят. Иванович. Поэтому у нас огромный потенциал. Все вместе мы готовы работать сегодня на благо каждого жителя, каждого человека. Именно на благо и только на благо человека. Бюджет Новокубанского района по большей части дотационный. Александр Гамодин на встрече говорил, что поднимать экономику все равно будет необходимо за счет увеличения собственных доходов. И ставку в муниципалитете сейчас делают на сельское хозяйство. В Рио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев попросил в течение месяца предоставить разработанную стратегию развития района на ближайшие 5 лет. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Капитальный ремонт многоквартирных домов, работа участкового уполномоченного благоустройства района Черемушек. Эти вопросы обсудил глава города Андрей Харченко с жителями города на очередном сходе граждан. В этот раз он проходил в актовом зале школы номер 4. Взносы на капитальный ремонт жители многоквартирных домов платят уже почти год, но сроки начала работ до недавнего времени не были определены. По информации департамента ЖКХ, программа отбора зданий для ремонта уже разработана, и в этом году первые дома уже начнут обновляться. Разумеется, если у жителей не будет долгов перед фондом капитального ремонта. Выявлением должников будет заниматься его армавирский филиал. Сегодня перед вами, перед фондом стоит задача, как филиал фонда. Чтобы на домах не было задолженности, чтобы дома по той программе, которая будет, могли участвовать. Поэтому у нас, как правило, одни исполнительные, а есть часть, которая не исполнительная. Чтобы эта часть была тоже исполнительная, вы должны проводить работу. Местный участковый рассказал собравшимся об обстановке на закрепленной территории. В целом его работу признали удовлетворительной, хотя и нашлись некоторые недоработки. Местные жители жалуются на непорядки в районе Каспаровского моста. Темное время суток там собирается молодежь и нарушает покой рядом проживающих. Андрей Харченко поручил службе участковых усилить работу в этом районе. Обратите внимание сегодня на данную территорию. Насколько я понял заявителя, Марга Гоголь Каспарова, под Каспаровским мостом.
23 часа никому не мешает делать внеплановые рейды. Поэтому делайте внеплановые рейды и берите на контроль данный вопрос. Территориальное общественное самоуправление номер 10, расположенное в этом районе, внимательно следит за благоустройством территории и поддерживает на ней образцовый порядок. Это позволило ему неоднократно становиться победителем смотра конкурса. Полученные деньги идут на дальнейшее облагораживание района. За деньги, которые выиграли мы в прошлом году, планируется сделать тротуар вот здесь вдоль 4-й школы, вдоль еще детского садика 28 и 58. После обсуждения повестки дня все желающие могли задать главе города волнующие их вопросы. В конце встречи Андрей Харченко провел прием граждан по личным вопросам. Порядок выбора главы города, частичная замена дотации, новые правила землепользования. Эти и многие другие вопросы рассмотрели на 79-й внеочередной сессии городской думы. Со следующего года главу Армавира будут выбирать депутаты городской думы и представители краевой администрации. И для этого необходимо разработать порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, учитывающий все возможные нюансы. Такое положение уже согласовали с прокуратурой города и предоставили на утверждение депутатам. Указанное положение состоит из следующих разделов. Общее положение, порядок работы и статус конкурсной комиссии. Условия конкурса, порядок выдвижения участников конкурса на должность главы муниципального образования города Армавир и предоставления им документов, а также порядка проведения конкурса и принятия конкурсной комиссии решения о предоставлении кандидатов на должность главы муниципального образования города Армавир в Армавирскую городскую думу. Также на сессии рассмотрели вопросы о частичной замене дотации, то есть предоставляемых городу краевых и федеральных средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов. В следующем году планируется увеличить сумму отчислений на 2,7%, что благоприятно скажется на жизнедеятельности города. Замена частичной дотации позволяет муниципалитету, если получим дополнительные доходы, не возвращать в краевой бюджет, оставлять на местном уровне и направлять на выполнение своих полномочий. Также депутаты утвердили новые правила землепользования, рассмотрели положение об аллее именитых армавирцев и внесли изменения в ранее принятые решения городской думы. В городском дворце культуры глава Армавира Андрей Харченко вместе со своими заместителями провел очередной расширенный прием граждан по личным вопросам. Встреча длилась около 3 часов. Помочь с трудоустройством, улучшить жилищные условия, оказать материальную помощь, отремонтировать кровлю, земельные споры с соседями. Десятки вопросов, с которыми армавирцы пришли ранним утром на расширенный прием граждан. Глава Армавира поручил изучить проблемы в самые кратчайшие сроки и заняться их решением. Между тем, каждое обращение было детально рассмотрено. Кроме главы Армавира, на вопросы горожан отвечали и его заместители. Рассказать о своих проблемах в городской дворец культуры пришли около 40 человек. Армавирские зебры заживут по новым правилам. Изменится цвет как пешеходных переходов, так и знаков, предупреждающих о приближении к ним. Особенности и преимущества нововведения узнавала Ирина Чупина. Недавнего времени в России вступили в силу новые стандарты организации наземных пешеходных переходов. Изменения коснулись не только знаков, предупреждающих водителей о приближении к зебре, а теперь они размещаются на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, но и разметки для пешеходов. По новому стандарту необходимо наносить краску желтого цвета между ее белыми линиями или на размещенное там покрытие противоскольжения. Все эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья людей. В настоящее время в городе Армавире также выполняются работы по установке дорожных знаков уже на щитах с желто-зеленой пленкой и пешеходные переходы в бело-желтом варианте. Сейчас в приоритете зоны вблизи учебных заведений и в местах повышенной опасности. Но со временем обновлены будут все переходы города, отмечают специалисты. Мы все знаем, что в городе Армавире очень много пешеходных переходов. И одномоментно эти работы выполнить нельзя. Поэтому будет составлен план по замене старых дорожных знаков в пешеходный переход на новые дорожные знаки. И постепенно в городе будут все дорожные знаки, не отвечающие требованиям нормативных документов, заменены. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира.
Новый детский сад Старой Станицы уже почти готов открыть свои двери. В корпусах заканчивается внутренняя отделка, полностью оборудован пищеблок. В комнаты начали завозить мебель. Внутренние стены зданий пестрят веселыми рисунками, создавая позитивную атмосферу. Глава Армавира Андрей Харченко, который побывал на объекте, нацелил строителей на завершение работ в намеченные сроки. Дорожные службы уже готовы строить подъездные пути, но им пока мешает газопровод, проходящий рядом с дошкольным учреждением. До конца следующей недели его планируют передвинуть и вплотную заняться строительством дороги. Августовская конференция по вопросам образования прошла в мэрии города 27 августа. Ее участники подвели итоги проделанной работы и наметили планы на новый учебный год. Какие изменения планируются в системе образования, узнавала Ирина Чупина. 27 августа в конференц-зале администрации города собрались воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования, все ответственные за обучение и развитие детей. Открыл заседание глава города, который рассказал об изменениях, ждущих школьников и педагогов, а также о том, какие задачи ставят перед собой власти. Так, одним из больших достижений стало то, что детский сад Армавира стал лучшим среди дошкольных учреждений края. В связи с ростом рождаемости в последние два года повысилась и необходимость в строительстве новых детских садов, отметил Андрей Харченко. Касается задачи, в которой мы на сегодняшний день сегодня находимся, ее реализуем, то, что мы должны в этом году полностью закрыть очередь, места в детские дошкольные учреждения до 1 сентября и полностью обеспечить очередь от 3 до 7 лет. Эту задачу также никто перед нами, она стоит, никто ее у нас не отменял. И нам ее нужно в обязательном порядке решать в этом году. Ну и, соответственно, я уверен, что она будет решена. Новые детские сады планируется возвести в Северном микрорайоне и районе мясоконсервного комбината. Одна из новых программ, в которой впервые примет участие наш город – реконструкция школьных стадионов. Продолжается программа и по ремонту спортивных залов. Только нашему муниципальному образованию на это в текущем году выделено порядка 8 миллионов рублей. Задача стоит все спортивные залы, которые сегодня требуют такого ремонта, в обязательном порядке, чтобы они все поучаствовали в данной программе. Также программа или проект по приобретению школьных автобусов. И вчера после педсовета краевого вручались новых 20 школьных автобусов районам. Я думаю, что и до нас также дойдет очередь. Кроме этого, в планах на ближайшее будущее открытие новых профильных классов и оказание помощи в адаптации молодым специалистам, отметил глава города. Начальник управления образования Армавира Дмитрий Товстоляк в своем отчете рассказал о реализации программы «Доступная среда», на которую было потрачено 4 миллиона 700 тысяч рублей. На сегодняшний день все условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли беспрепятственно посещать учебные заведения, созданы в школах номер 3 и 17. В планах на следующий год создание таких же условий в еще 4 школах – 7, 11, 18 и 19. На высоком уровне остаются и показатели ЕГЭ. Вы видите, как меняется средний балл по предметам ЕГЭ из года в год. В 2015 году он составил 61%, что выше среднекраевого. Мы не должны забывать, что образование не ограничивается только уроком. Личность необходимо развивать, а также создавать условия для профессионального самоопределения, творчества, досуга. Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного образования. Очень эффективным оказывается сотрудничество учреждений дополнительного образования со школами. А коллектив Дворца детского и юношеского творчества в минувшем году получил звание «Лучшее учреждение дополнительного образования Краснодарского края» и стал обладателем гранта в 1 миллион рублей. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Портфели и канцелярские принадлежности к новому учебному году получили от полицейских дети Армавира. В городе с 17 августа по 1 сентября проходит благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Подробности далее. Подготовкой детей к новому учебному году решили заняться полицейские. 28 августа они вместе с представителями общественного совета при ОМВД посетили дома нескольких армавирцев. В семье Константиновых оказалось две ученицы. Им полицейские вручили пакеты со школьными принадлежностями. Восьмилетняя Саша сразу принялась изучать содержимое подарков. Мне подарили фломастеры, карандаши, альбом, дневник. Мне это все пригодится к школе.
Подарки к новому учебному году в рамках акции «Соберем ребенка в школу» получили и ребята из семьи Гапоненко. Это тебе? Учись, получай пятерки. Необходимые в учебе вещи от полицейских в Армавире получат около 20 школьников. Отмечу, что эта акция краевая и проводится ежегодно. Сотрудники полиции совместно с общественным советом организовали сбор школьных принадлежностей для семей и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Совместно с общественным советом сотрудники полиции направляли собранные школьные принадлежности в семьи, которые нуждаются. Ребята остались довольны подарками и пообещали полицейским учиться как можно лучше. До первого звонка осталось меньше недели. Ажиотаж как у будущих школьников, так и у родителей. Для детей школьная пора – сплошная радость, а вот для старшего поколения – трата нервов и семейного бюджета. Как армавирцы готовятся к школьной жизни, узнавала Олеся Иншакова. В этом году более 2000 первоклассников сядут за парты армавирских школ. В течение всего лета образовательные учреждения готовились к приему новых граждан и тех, кто возвращается с каникул. Из бюджета всех уровней было выделено свыше 12,5 миллионов рублей на закупку 35,5 тысяч экземпляров учебников. Поэтому нужно сказать, что на 1 сентября все учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%. Ежегодно число первоклассников растет. Растут и затраты на обеспечение их всем необходимым к обучению. Семилетний Ваня за лето научился читать и писать. Он уже собирает ранец в школу. Краски, тетради, пропись, пенал – все готово. 1 сентября, конечно, большой праздник. И каждому родителю хочется, чтобы его ребенок на торжественной линейке был самым красивым, а в процессе обучения и самым умным. Поэтому в портфеле полный набор книжек, тетрадок. У мамы Вани, Марии Коковихиной, сейчас одна задача – собрать сына в первый класс. Но при приятным такие хлопоты многие родители уже не считают. Ведь подготовка к этому великому событию выливается в не менее великую сумму. В апреле месяце было у нас собрание родительское. Сколько, ну, что нужно купить в школу, какие принадлежности. Сдавались на, на учебники 2500. Большая часть денег, конечно, ушла на форму. Обязательная школьная форма стоит не менее 5000 рублей за комплект. Примерно половину этой стоимости придется потратить на обувь, не считая спортивной. Первый раз в первый класс обойдется в среднем родителям почти в 20 тысяч рублей. Но одеть ребенка только полдела. Школьнику необходимый портфель или ранец стоимостью от 2000 рублей. Нужно купить дневник, тетради, обложки, альбомы и множество других принадлежностей для письма и рисования. Стоимость этих товаров относительно невелика, но в общей сложности сумма набегает внушительная. Родители рады, что хоть учебники в этом году будут бесплатными, а вот рабочие тетради на печатной основе по-прежнему придется оплачивать. Так что затратам на сборы ребенка в школу можно смело прибавить еще несколько тысяч рублей. Дети же с нетерпением ждут обновок, а походы на рынок и в магазины за школьными принадлежностями становятся для них настоящим праздником. Я пойду в первый класс и буду учиться там, получать одни пятерки, то есть домашнее задание делать. Олеся Иншакова, Александр Журилеев, служба новостей Армавира. Двадцать 8 августа православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он значится одним из 12 главных праздников православной церкви. Событию предшествует двухнедельный Успенский пост, являющийся наиболее строгим после Великого. Успенский пост – это подготовка православных христиан к 12-м праздникам – Преображению Господню и Успению Божьей Матери. Целых две недели верующие воздерживались от мясных, молочных продуктов и яиц. 19 августа в праздник Преображения Господня разрешалось есть рыбу. Успение Пресвятой Богородицы почитается во всем православном мире. Смерть здесь рассматривается как переход в мир иной, рождение человека для Бога. День праздника 28 августа уже не постный. Его православные христиане могут отмечать, не ограничивая себя в изобилии продуктов. Научиться петь и танцевать, заняться вязанием и бисероплетением, а возможно стать цирковым артистом. Армавирцы смогут осуществить мечту о творчестве или отправить детей раскрывать свои таланты. 30 августа в городском дворце культуры пройдет День открытых дверей.
В воскресенье в учреждении соберутся участники творческих коллективов и их руководители. В фойе дворца будут организованы выставки художественной студии. Свои работы покажут и кружки декоративно-прикладного искусства. В 11 часов состоится концерт с участием творческих коллективов ГДК. Второе место на всероссийской летней спартакиаде инвалидов заняли армавирские голболисты, выступавшие в составе сборной Кубани. В финале команда Краснодарского края уступила спортсменам из Татарстана. Напомню, что спартакиада инвалидов проходила в Чувашии. На соревнованиях из Армавира были представлены воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Третье место на соревнованиях завоевала команда Москвы, четвертое – спортсмены из Московской области. Это были все новости на сегодня. Далее с погодой на ближайшие сутки вас познакомит Олеся Иншакова. В студии была Дарья Топчива. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».